Привет всем! Сегодня я вам покажу комнату, которую мы сняли в Хорватии. На двое взрослых и двое детей. Здесь у нас спит Михалка старшая. Кровать достаточно большая. Диван разобранный. Рядышком еще диван. Напротив туалет. Душевая, кухня, такая вот, руки помыть, зубы почистить, душевая кабинка небольшая, туалет, полотенца у нас уже были, туалетная бумага, мыло. Все было, чистота, конечно, была идеальная, когда мы въезжали. Сегодня мы уже третий день. Потому что чистота уже не такая, как мы въезжали. Зеркало большое. Кухня. Маленькая, но удобная. Все тоже есть. И ложки, и вилки, и ножи, и кружки. Бокалы под вино даже есть. Печка. Кто хочет, может использовать газ, а кто хочет, может использовать электрическую. Духовка есть. Холодильник, морозильник. Морозильная камера. Даже радио есть. Кофеварка есть для того, кто любит кофе. Небольшой столик на двоих. Там еще есть табуретка внизу. Но мы обедаем на улице. Есть еще комната для нас, для больших, для взрослых. Но там у нас петверинка. Покажу вам, темно будет. Так, большая кровать. Там у нас детская разобранная кроватка. Шкафы. В эту сторону у нас выход на террасу. Такая большая терраса. Посидеть удобно. Здесь мы обедаем, завтракаем и ужинаем. Стулья удобные. И вообще как бы вид. Вид на море у нас. Красиво очень вечером. Когда светят фонари, свет осветления, можно сушить пляжевые принадлежности. Рядышком есть еще, но пусто. Выехали вчера. Красивые цветы. Шмели летают. И так вот на море. Наверху живут хозяева. Рядом парковка. Рядышком здесь еще тоже есть квартира, и там парковка. Воздух морской, солнышко. Ну, квартира нам нравится.